Банде Гуру Пададхандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопи Джанна Самаюктам Бриндаванам Манохар Ванчакалпатарувасчакипасиндвевача Патитанам Паванебха Вайшнавебхьо Намо Намах Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхайтагирим Джаткипатамахам Банде Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсидеббхай Пиявай Кесавасача Сна бхакти паде деви саттва-баттвай намо намах Нараяна намаскритта наран чайва нараттамам Девинг сарасватинг вясам тато жайо мудире Шанкитане кришна катху падеш Гаурия патрашо пракасанича Садану ракта гуру бхакти юкто Бхакти Прамадакша Джагод Барону Дхайям Сада Парибабагнам Авиштадухам Тетас Падам Сива Виранчанутам Сараньям Бхитатихам Панутопал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарунарвиндам Ядпада паллавана качанна мани чатая Висварижита кемапигабодушва дарши Пурнану рагара сасагара сарамурти Сарадхикамай кадакипам каруси Шри Кришна Чайтанна Прабхунитхананда Си Аддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитхананда Си Аддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Аджану ламбита бхужау канука бодату Шанкиртаной капитару камала хятакшо Вишамбару диджавару джугадхарма палу Банде жагат приякару каруна бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайра Вандито Дивья Рупам Муктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупена Садана Ранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гори Нирантара Вибуши Тобам Вагам Нараяну Приямананга Мадапахарам Барану Сипурапати Бхаджави Шанатам Баги саджуша вадане лакшмир жасача бхакшаси ясьястиде самбид твам нишингамахам бхаже Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Хари
Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Тадева Раммам Ручирам Навам Навам, Тадева Шашчатаманусо Махасавам, Тадева Шокаранава Сосанам Нинам, Джадуттама Слоко Ясо Анагийати, Тадева Рамьям Ручирам Навам Навам, Тадева Шашчатаманусо Махасавам, Тадева Шокаранава Сосанам Нинам, Джадуттама Слоко Ясо Анагийати. Гаурия Госипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад. Джагадгуру told. Гаурия Госипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что согласно своей карме, в каком бы положении ни находился, я должен быть доволен этим. Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад. Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что согласно моей прежней карме, ситуация, в которую я попал, я должен быть доволен ею. Это поскольку все это произошло в соответствии с моей кармой. Чистый преданный, он никогда не жалуется. Гаурия Госипати, Шишила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад говорит, что чистый преданный или вайшнав, он не должен ни на что жаловаться. Если есть какие-то жалобы, то это признак того, что он не настоящий вайшнав. Не пытайтесь понять меня превратно относительно Сиддханта Вирода Расабаса. Относительно плачевного положения общества, вайшнав он становится очень гневается на это естественно, это одобрено в шастрах. Если вы оскорбляете какого-то вайшнава, и если я не гневаюсь на это, то я потеряю свой баджан. Шрила Прабхупад говорит, например, кто-то оскорбляет какого-то вайшнава, и если я не гневаюсь на это и не даю должный ответ, то это очень опасно для меня. Я потеряю свой баджан. Из Шримад Бхагавата Махапураны мы можем видеть случай Сати Деви, Деви Майи, Парвати. Она очень разгневалась на своего отца, на Дакшу Праджапати, поскольку тот оскорбил Шанкара без какой-либо причины, говорил всякую ересь, говорил, что его эти глазоподобные обезьяне не умеют себя вести. Нарушает правила предписания общества саду, вести себя не умеет. И это Шанкар, твой муж. И вот Шанкар ничего не ответил, поскольку он Парамахамса, ему было все равно, если кто-то хвалит его или ругает. Но Сати Деви, она очень гневалась. Она разгневалась. И она захотела оставить свое тело, поскольку родилась от своего отца. И она хотела из-за того, что ее отец оскорбил такого великого вайшнава, как Шанкар, она подумала, что мой муж может шутя сказать о Дакшайне, дочь Дакши, я не хочу такого допустить. Лучше, если оставлю тело прямо сейчас. Кто есть во всех 14 мирах, кто посмел оскорбить этого Парамахамса, Шиву, Шанкара? Шива значит благо. Шанкара значит...
Шанкара, тот, кто приносит нам благо. С помощью своего даршана Шанкар может благословить нас. И этот Шанкар, он не возмущался. Этот Шанкар не возмущался ничего, когда Дакша Праджапати, он оскорбил его. Но Деви Майя очень разгневалась. Она захотела оставить свое тело в протест этого, и она оставила свое тело. Она сожгла его в йогическом огне. И вот она погрузилась в медитацию, и с помощью огня, пребывающего в теле, она его как-то увеличила, и в итоге сгорела полностью. Мы должны быть очень осторожны насчет этого. Иногда мы спрашиваем, почему Шрила Прабхупада говорит так, а Шанта Госвами Махарадж по-другому как-то критикует кого-то, но это не критика, если разобраться, это просто наше неправильное понимание. Не могут, их сердце настолько полно любви, что они не могут потерпеть, что люди под именем Баджана занимаются всякой ерундой, поэтому они защищают честь Баджана и чистой преданности. Почему какие-то люди так недостойно себя ведут, лучше если бы они вернулись в свои дома, а не позорили вайшнавское общество. Много раз так случалось в жизни Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупад говорил харикатху, и какие-то сахаджи и бабаджи, они очень гневались. И говорили, чужие могли бы харикатху говорить, зачем про нас говорите? И вот они возмущались, что можете харикатху говорить, но зачем нас постоянно оскорбляете? Думаете ли вы, что Шрила Прабхупад хотел критиковать их? Думаете ли вы, что они вообще вайшнавы? Чистые гуру вайшнавы, они вынуждены говорить против какой-то негативной ситуации, которая создана кем-то, поскольку они не могут потерпеть, они готовы умереть. Это не критика. Из-за зависти. Если кто-то без всякой необходимости говорит какую-то ересь против гуру вайшнавов или сиддханта, это есть критика. Шрила Бхакти Виген Бхарати Госвами Махарадж об этом говорил. Когда гуру варга или чистый гуру вайшнавы, они чувствуют не... Они не могут потерпеть, как кто-то несет какую-то ересь насчет баджана и всего остального. Не все могут. То есть не все позволяют ходить своим последователям, слушать каких-то подлинных вайшнавов, поскольку, слушая такую харикатху, люди поймут, что есть что и кто есть кто. И много таких случаев, моя жизнь полна таких случаев. Но я думаю, это ничего плохого для меня не представляет, поскольку я говорю только ради того, чтобы Верховный Господь был доволен. И вот те сахаджи говорят, говорите свою харикатху, почему вы нас критикуете постоянно? Шрила Прабхупад смотрит они. То есть много, можно видеть, что много людей заявляют, что они совершают баджан Гуранги, особенно эти сахаджи, которые едят рыбу, мясо, живут с женщинами и заявляют, что совершают Гуранга баджан. И поэтому Гуранга Махапрабху хотел
как-то наказать их. Гуранга Бхаджан — это не так просто. И преданный Гуранге — это тоже не так просто. Один Бабаджи Махарадж каждый день почти. Он ездил в Кришнанагар суд и писал заявление против каких-то этих Бабаджи, ну так, Сахаджиев. И вот он снова в Навадвипу ехал в Кришнанагар, писал заявление против каких-то Сахаджиев. Сегодня он против одного, потом второго, третьего. Вот такой баджан у него был. И вот однажды все эти сахаджи и бабаджи, они пошли к Бхактивинода Такуру и сказали, что вы тут губернатор, найдите решение, это тут бабаджи. Баджан не совершает, только ездит по судам и против нас пишет заявления какие-то. И Бхактивинода Такуру засмеялся, что он вайшнав настоящий. А те начали возмущаться, что не может просто сидеть харинам, повторять. Он что, не саду, зачем ему по судам таскаться? Заявление против нас писать. И Бхактивинода Такур говорит, что он вайшнав, и вы не знаете, что такое баджан. И Бхактивинода Такур говорит, вы думаете, что сидя в одном месте, повторяя харинам, это есть баджан? Но этот Бабаджи Махарадж не может потерпеть то, чем вы занимаетесь. И вот этот Бабаджи не может потерпеть, что вы принимаете какие-то интоксикации. Общаетесь вдовами чьими-то, продаете собственность Бхагавана или еще что-то с ней делаете, поэтому он не может такого потерпеть. Бхактивинода Такур, он вечный спутник Гуранги Махапрабху. И поэтому его никто не может одурачить. И вот Бхактивинода Такур, он знает все. Какой, он знает сердце этого Бабаджи, и почему он ходит и пишет заявление против кого-то. Шрила Бхактивинода Такур знает все. Он говорит, что он не может потерпеть, видя, какую ерунду вы занимаетесь, хочет исправить эту ситуацию. Шрила Прабхупад говорит в своей харикатхе. Иногда чистые гуру вайшнавы, они вынуждены говорить против кого-то. Шрила Прабхупад говорит в своей харикатхе. Иногда чистые гуру вайшнавы, они вынуждены говорить против кого-то или против какой-то ситуации. Будьте уверены, что это не из-за зависти. Они говорят из-за своего смирения. У них есть достаточно тринадапи. У них достаточно смирения в их жизни. И поэтому они говорят так строго. Если у вас нет тринадапи внутри вашего сердца, что значит тринадапи? Кто-то думает просто поклониться кому-то, так, это тринадапи, но нет. Шрила Прабхупад говорит, это не тринадапи. Шрила Прабхупад говорит, они лицемеры. Тринадапи, воплощение тринадапи — это Шрила Бхактипраген Кешава Госвами Махарадж, хотя он отказался, смотрите, даже от своего брата, но это и было подлинное смирение. Шрила Шанта Госвами Махарадж, он тоже олицетворение тринадапи, или Шрила Кешава Госвами, Шидарда Госвами Махарадж, поскольку они говорят подлинную истину без всякого сомнения и без всякого страха. Если у кого-то нет тринадапи, качества тринадапи, то он испытывает страх, говоря
об абсолютной истине. Шрила Прабхупад говорит, что те, кто не предались на 100% лотосным стопам Бхагавана Гауранги, у них нет права говорить об этой абсолютной истине. Они не могут говорить об этой абсолютной истине, поскольку у них нет права. Они чувствуют страх. И вот когда я был студентом, тогда я читал какой-то курс, что те, кто живут в стеклянной комнате, не должны кидаться камнями там, не важно, в других или вообще куда-то. Поскольку если они кидают камни в кого-то в этой стеклянной комнате, то, попадя в стекло, разобьют все. И в заключение к этой истории я узнал, что это значит, те, у кого есть какие-то слабости, они не должны говорить ничего про кого-то. Но часто наоборот случается, что собираются, что собираются какие-то такие люди с кучей недостатков и говорят, что мы не находим ничьих недостатков, а просто признаем их взаимно, а те, кто говорит про наши недостатки, они не вайшнавы. И такие люди, они, если посмотреть суть, то можно увидеть, что они просто хотят обмануть всех. Но также эти люди не исполняют свои обязанности. Если у меня есть какие-то слабости, то я не могу говорить. Шрила Прабхупад говорит, иногда чистые гуру вайшнавы, они вынуждены говорить что-то против кого-то, чтобы исправить негативную ситуацию. И тогда кто-то может возмущаться этому, что кто-то, этот кто-то говорит против вайшнавов, но те, кто вайшнав, подлинный вайшнав, никак нельзя найти ни единого случая, что кто-то такой настоящий вайшнав критиковал подлинных чистых вайшнавов. Такого не бывает. Те, кто искренне лицемерно. И вот я говорю, и вот Шрила Прабхупад говорит, до тех пор, пока нет полного самопредания лотосным стопам Бхагавана, вы не можете обрести силу, чтобы говорить об абсолютной истине. Мы пришли сюда, чтобы совершать баджан в адрес этой абсолютной истины. Почему вы меняете свое решение? Харикатхана может быть, если она против нас, то это не значит, что Харикатха критикует нас. Это не так. Она против наших недостатков. И вот Шрила Прабхупад говорил все время, и вначале я также сказал вам, что если у вас есть какие-то жалобы, не. И когда Шрила Прабхупад, если он говорит как-то жестко, это не жалоба, а просто его попытка исправить ситуацию. Чистый Гуру Вайшнава не жалуется ни на что. Или Горки Шрадас Бхабати Махарадж, но все же не говорят. Жалоба, что значит жалоба? Это недовольство чем-то, неудовлетворение, которое находится в сердце. И поэтому, если люди чем-то недовольны, они постоянно жалуются на что-то, на чистый вайшнава, они самодостаточны, но все равно они говорят против какой-то негативной ситуации, чтобы исправить ее. Но это совершенно не критика, и поэтому пытайтесь понять правильно. И также мы будем изучать жизнеописание Лилу Судама Випра. И там мы можем видеть, что Судама Випра очень беден.
И вот в книжке мы можем найти, что Судама Випра очень беден. Судама Випра очень беден внешне, но что это значит на санскрите? Можно найти два слова. Один – даридра и гариб. То есть это два термина. Санскрит очень научный язык. И если что-то баланс потерять как-то в выражении, то неправильно получится все. И вот даридра значит и гариб вроде. Чем они отличаются эти слова, хотя одинаково вроде? Значит, бедный, нищий. Если я живу в комнате из стекла и буду кидаться камнями там, то это стекло, стеклянная комната может разбиться. The name of the force is old proverb made new. The name of the article, what I read. Вот эта статья называлась. Old proverbs made new. Previously it was good, but at present it is not good. But at present what? A man living in a room of glass should continuously throw stone to others, so that they cannot get any scope to break my glass. At present, this is, you can remember it a long time before I told, one thief, one guardman, night guard. Ну, сейчас, в общем, все поменялось. Название этой статьи на противоположное поменялось. Поменяли. И вот следующий пример. Какой-то был охранник. Ходил, охранял. Что-то однажды решил, что сегодня хорошая погода. Все спят, и я тоже. А. Ну, вот этот охранник был беден. Жили в глинобитных домиках. И вот этот охранник, в общем, решил украсть что-то из того, что он охранял, и вот была Амавасия, новолуние, не в смысле, безлунная ночь, все спали. И вот он проделал отверстие в глиняной избушке. И, в общем, набрал украшений всяких и прочих, и задел какую-то посудина упала с таким огромным звуком, и все проснулись, и смотрят, и вот видят этот охранник там. Этот охранник, в общем, куда-то спрятал награбленный, тоже начал кричать, что вор, вор, чтобы люди думали, что он тоже вор ищет. Хотя он сам вор, но все же делал вид, что ищет вора. И вот Шрила Прабхупад говорит, такая сейчас подобная ситуация в обществе, что и много раз один и тот же вопрос приходил ко мне, кому верить, кому не верить.
Единственный вопрос. И вот меня спрашивали, как понять, кто подлинный саду, кто обманщик в одеждах саду. Я говорю, что вы не слушаете харикатху. Я думаю, что вы недостаточно искренни, поэтому Нитянанда Прабху не вдохновляет вас, чтобы понять все это. И вы поэтому спрашиваете такие вопросы после того, как вы слушали тысячи раз харикатху, вы опять задаваете этот вопрос. И Шрила Прабхупад говорит, даже некоторые люди, слушая меня долгое время, они оставляют меня. Но это их последствия неправильного слушания харикатхи. Даже слушая тысячу раз, они то оставили меня. И также в вайшнавском обществе тоже такое происходит, что попадаются какие-то глупые люди и обманываются, сами обманывают других. Сейчас я возвращаюсь к тому, что кто такой даридра на английском, это то же самое, переводится одинаково, но то есть запасов слов в английском мало. И вот на санскрите говорится «гариб». То есть на английском это переводится словом «бедные», а разница между «гарибом» и «даридрой» в чем? Но в начале всего я хочу цитировать эту шлоку, с которой я начал прославление лотосных стоп Судама Випры. И вы должны благословить меня, иначе я не смогу это сделать. И вот Шрила Шукадев Госвами Парамахамса, он говорит: Прашанатма Джитендрия. Кришна Свашит. Кришна had one very dear friend. И вот у Кришны был замечательный друг. Он был Браманом. And Brahma Bittama. Не просто Браманом, а лучшим из Браманов. Он Виракта. Он был очень непривязан, отречен. Индрия значит органы чувств. И вот его органы чувств, они всегда стремятся к каким-то объектам наслаждения, так это или нет. Уши хотят слушать что-то красивое, глаза смотреть на что-то красивое. Язык хочет есть что-то вкусное. И вот Прахлад Махарадж говорит, я нахожусь в таком состоянии. Мои глаза меня в одну сторону тянут, язык вторую, нос в третью, уши четвертую. И вот я не знаю, куда же идти. Все мои органы чувств, они в разные стороны меня тянут. И вот что же делать в такой плачевной ситуации? Прахлад Махарадж говорит, и пример приводится. Если у кого-то много жен одновременно, то одна жена этого человека в одну сторону зовет, другая в другую, третья в третью. Или как колесница. Вот можно сравнить наше тело с колесницей. Если с различных направлений going to pull you from different direction, you can die.
Махарадж пример приводит, что если кого-то связать и тащить в разные стороны, то человек помрет в итоге. Или колесницу, если запрячь несколькими, а то если колесница может ехать в одну сторону, если все лошади в одну сторону тянут. Как у Кришны, например, колесница запряжена четырьмя лошадьми. И они тянут колесницу в одном направлении, а если лошади будут тянуть в разные стороны, то колесница опрокинется, и ничего хорошего не будет. Это состояние обусловленной души. Обусловленные души, они очень бедны. Это бедность, эти два слова я объясняю, и также на английском я могу объяснить. Гарги. В Упанишадах можно найти. Гарги — одна женщина, которая была муни, она спрашивала. И Ягьявалка отвечал. Вот Ягьявалка говорил, тот, кто беден, кто не сможет знать ничего об абсолютной истине. Тот, кто тот человек необычайно беден. Кто такой этот необычайно бедный человек и тот, кто не знает об абсолютной истине ничего? Вот это определение такой бедности. Тот, кто не знает ничего об абсолютной истине перед тем, как оставить свое тело, не узнал ничто об абсолютной истине, он очень беден. А тот, кто узнал, то тот по-настоящему богат. Кто-то думает, что деньги или какие-то украшения — это настоящее богатство, но согласно духовным писаниям, то Бхагаван, Гуру Вайшнава и Махапрабху, они говорят больше. Махапрабху говорит, что настоящее богатство — это Кришна Према, это наше единственное сокровище. Махапрабху говорит об этом, что Према Дхан — это наше подлинное сокровище. Сочетание с Махапрабху, сам Кришна говорит. Что у меня нет премы, я очень беден. Поэтому сделай меня своим слугой и плати мне зарплату премы, поскольку это единственное богатство во всех вселенных. Понимаете, о чем я говорю? И вот. Смотрите, что это абсолютная истина. Судама Випра, он гариб, но не даридра. Даридра. Кто такие? Это кто такой даридра? То есть человек может быть материально беден, но не духовно. И вот на санскрите даридра и гариб — это два термина. Кришна Бхагаван говорит Удаве. И вот Кришна Бхагаван говорит Удаве. Даридра. Тот, кто привязан. Why? He has no information about their absolute truth. Он даридра, тот, кто всегда недоволен чем-то, но не чем-то, всем недоволен.
И поэтому такой человек Даридзё называется. Неважно, что у него есть, он всем недоволен. Если вы говорите так, значит, что вы недовольны чем-то. И Кришна говорит. Даридра тот, кто всегда недоволен чем-то. Даридра жасту асантушто, always, for different reason, различные причины недовольства находят. Но чистые саду не всегда самодостаточны. Они сочувствуют недовольство чем-то, то только из-за негативной ситуации вокруг. Адвайта Гасай говорит Харикатху, а все преданные плачут, слушают и плачут. И слезы текут с их глаз, и что же делать, с кем говорить? Вокруг одни пашанды, бессердечные люди. А с кем же мы можем говорить? Мы не получаем никакого утешения. И что же делать? Везде одни материалисты. И с кем можно говорить? Они не говорят ни. Даже один раз Кришна или Говинда не повторят одни материалисты. И это такая ситуация вокруг. И вот преданные они слушают Харикатху и плачут. И вот это происходило рядом с домом Адвайта Гасая в Чайтанья Бхагавате. Это описывается, я надеюсь, вскоре я начну обсуждать Чайтанья Бхагавату о Гуранге Махапрабху и его учении, которое описано в Джагадананде Прабху в Прамадиварте. Я знаю, что великие возвышенные саду, они признают это наивысшее шастра, без помощи которой мы не можем стать подлинным саду. И вот я надеюсь, до Гуру Пурнимы я начну. Sometime when I'm going to speak Harikatha, then you can. Before Guru Purnima, that's very important. So, Даридра Жасту Асантушто, who is feeling dissatisfaction, недовольство всем, это Даридра. And Крипон, miser, you know, скупец. Тот, кто не хочет тратить ни копейки денег. Крипон. На санскрите слово крипон. Даридро жасту асантушто. Кипануто, no, I speak right. Sometimes become unmindful and big problem. Discussing so many things. Даридро жасту асантушто. Кипануто ажитендри. Who is miser? И тот, кто не удачник, тот, кто этот скупец, не может контролировать свои органы чувств. This kind of explanation Krishna speaking. И вот Кришна объясняет это так, почему. Даридро жасту асантушто. Okay, we understand. Кипануто ажитендри. Those who have no controlling over their sense organs. И те, кто не могут контролировать свои органы чувств, они тоже скупцы. И какого внутреннего значения это? То есть, если вы не тратите деньги на благие дела, то такие люди скупцами называются. А также, если вы не тратите вашу энергию ради абсолютной истины, то вы тоже скупец. То есть вы как-то на какие-то бестолковые дела тратите, а на что-то вечное нет. Такие люди называются скупцами. This is called miser. Now we understand.
В материальном мире, если кто-то не тратит деньги, то, ну, слишком экономный, то такого человека скупцами называют. Но Бхагаватам говорится, что настоящий скупец тот, кто посвящает свою энергию только материальным вещам и не занимается ничем духовным. И вот научно я могу объяснить. Аджитендрия, значит, still now we cannot understand. Все же вы не можете понять, я знаю. I explain, but still it is not clear to me. Но это не, что-то не ясно вам, и поэтому я хочу прояснить, что это. But because it is written, Maharaj, поскольку говорится, если ваши органы чувств, они не находятся под вашим контролем, и тогда такой человек зовется также скупцом. Почему? Например, мои глаза не находятся под моим контролем, смотрят на все подряд, и поэтому если мы тратим эту силу взгляда на какие-то другие вещи. А если буду смотреть на Кришну, это не трата нашего зрения зря. Если буду созерцать Кришну, лотосные стопы Кришны, Гуру и Вайшнавов, это и есть настоящее дело для наших глаз. И также, если мы не можем слушать Харикатху Шрилы Прабхупады, Шрилы Кешава Госвами Махараджа и подлинных возвышенных вайшнавов, а слушаем какую-то ересь и эти материальные вещи, то это неправильное употребление нашего слуха. И таким образом все это можно доказать, что если наши органы чувств, они тоже такие, если они не занимаются вечными вещами, то они тоже могут быть скупцами. Now I already told yesterday. Вот я уже вчера сказал. Мы должны погрузиться в медитацию на Харикатху. Харикатха — это медитация. Мы должны глубоко погрузиться в нее, иначе мы не сможем слушать и говорить Харикатху. Prashanyatma Jitendriya. I already explained yesterday. Я уже объяснял вчера. I already explained yesterday. То что? Already I explained yesterday each and every word, right? Yesterday I already explained. Я объяснял. Кришна сади шокха кашчит брахмано брахмавиттамаха Бирактра, Индиартешу, Прашантуатма, Джитендрияха, all I explained yesterday, right? Now today I like to start a new shloka. Сейчас я хочу начать с новой шлоки, которая откроет мистерию. A new shloka I am going to recite, which can unveil a mystery. You couldn't realize. Jadrichaya upapanneno Бартамана гихасрами ташо харья кучалаша кудхама чататавида жадричхайо упапаннена Бартамана гихасрами жадричхайо упапаннена Бартамана гихасрами. At present he is leading грихастха ашрам. И вот сейчас он оставил грихастха ашрам. At present he is leading grihastha ashram, but be careful. Но будьте осторожны. At present he is going to сейчас lead. Вот он оставляет грихастха ашрам. Но очень без всякого неудовлетворения в сердце, без всякого сожаления. И вот пожелание Бхагавана, если что-то приходит
сегодня, например, Бхагаван отправил полкило риса, или сегодня Бхагаван отправил два чапати на весь день, то можно это предложить Кришне и принять, и быть довольным этим. Все, что приходит по желанию Бхагавана Шри Кришны, мы должны быть довольны этим. Это для нас практически невозможно. Кому-то надо много просада, разнообразных блюд. Это наше состояние, к сожалению, но здесь говорится о возвышенных преданных. О Судама Випре. Кришна, он обнял Судама Випру. И вот вы не можете поверить мне, сейчас это выглядит невозможным, но я могу множество примеров привести. Я могу взять, перенести вас в Варанаси, во Вриндаван, там тоже есть такие домохозяева. Я вот говорил с Аугая Прасад Махараджа, он с ним Барка Сампрадай. И сейчас даже можно найти от его имени производятся пиры, хотя он был домохозяевом, был очень бедным, и все деньги, что к нему приходили, он отдавал в честь, что организовали пиры в честь Гавардхана и прочих саду. В нашей сампрадае тоже тоже есть такие примеры. И в Чайтанье Бхагавате можно их найти. И вот если открыть Чайтанье Бхагавате, посмотреть, то там говорится, что Чайтанья Махапрабху, он спросил Шивас Пандита: «О, Шивас, ты не зарабатываешь денег, как ты можешь поддерживать свою семью?» Махапрабху спросил Шивас Пандита: «О, Шивас, ты не зарабатываешь никаких денег, ничего вроде не делаешь, не работаешь, в смысле, как ты можешь поддерживать семью по желанию Бхагавана?» И Шивас Пандит, он засмеялся. You are also not earning money. How you can maintain your life? Shiva Pandit said. Вот Шива Пандит сказал: по желанию Бхагавана я могу так как-то поддерживать свою жизнь, например, рис или пшеница или еще овощи какие-то не приходят к тебе, у тебя нет денег, что ты будешь делать? You are going to market to purchase sabji to buy. И вот Шивас Пандит говорит: Бхагаван может послать, и все, что он посылает мне, я доволен этим. И Махапрабху шутя говорит: например, у тебя нет бикши сегодня, в смысле, ничего не пришло к тебе. Первый, второй день, ну, что, поститься буду, все делать. А если на второй, на третий день еще не придет, что будешь делать? И Шивас Пандит сказал, что если на все три дня ничего не будет приходить, то пойду и утоплюсь в Ганге. То есть первый день буду ждать, второй день тоже ждать, пока что-то придет. Третий день тоже буду ждать. Если не приходит никакой еды, то что делать? Я просто пойду, прыгну в Гангу и утоплюсь. И Махапрабху засмеялся: нет, нет, нет. Тебе не нужно в Гангу прыгать. Зачем это делать? Кришна пошлет тебе все. Кришна пошлет все тебе, поскольку твоя жизнь полностью посвящена Кришне.
Кришна не позволит тебе голодать. Кришна пошлет все необходимое. И вот Махапрабху говорит, если жена Шивас, Махапрабху шутит с Шивасом, о Шривас, ты настолько уверен, настолько огромную веру имеешь в меня. Я очень доволен тобой, о Шивас. Я обещаю тебе с сегодняшнего дня, если сама Лакшми, жена Нарайны, будет поститься, это может случиться или не может случиться, но все же тебе не нужно поститься. К тебе будет приходить все само. Махапрабху дал ему такое благословение. Это, конечно, не может случиться, но если вдруг случится, что у Лакшми не будет денег, и она вынуждена будет поститься, но тебе все равно не нужно будет поститься. Бхагаван, несомненно, пошлет тебе фрукты, овощи, цветы, рис, горох и все остальное, поскольку ты совершаешь баджан Бхагавана. Это случай Судама Випры. И много таких случаев я могу в Варанаси показать. В Варанаси, в саду с Нимбарка Сампрада и домохозяева, или в Матхуре, например. Какие-то преданные, я встречался с ними лично. Манохар Дас Баба, один грехастый бхакта, 16 лет назад, может быть, я встретился с этим саду. Кто-то взял меня что-то спросить там. И вот в Матхуре это было. В Матхуре, в Двараке и... В Двараке, в Матхуре, там улочка какая-то есть. И вот я зашел туда с одним преданным, он был домохозяин, и я тоже уже принял Бабаджи Веш, но все же я поклонился ему. И он сказал мне, Харинам is not complete. You will have to wait for some time. I go 10 o'clock, 10:30. Still his Харинам is not complete. He is not going to drink water. То есть он, я уже пришел достаточно поздно, 10:30 где-то, но Харинам еще не закончил. Сказал, подожди. А мы не говорил, не ел ничего. Я удивлен. Если у нас можно видеть, что многие как обезьяны или вороны после накаркают, говорят что-то. А этот домохозяин с Нимбарка Сампрадая повторил Харинаме, не разговаривал перед тем, как не закончит свое обетованное число кругов. Он домохозяин, и его жена, они сидели рядом и повторили Харинам. Я видел это практически. I saw practically that wife sitting in one asana. И жена тоже сидела на одной асане, тот Манохар Баба на другой асане, перед ними Бхагаван был, и они повторили Харинам с 3 утра. Now I could realize, и вот я тогда понял, что да. Now I could realize, yes. Somebody doing bhajan. Кто-то совершает баджан, может, я не совершаю баджан, но это не значит, что остальные тоже не совершают баджан. Нельзя сказать, что никто не совершает баджан. Кто-то по-настоящему заинтересован в Кришна баджане. И один ученик Рамана Госвами Махараджа Джагнат Прабху, он слышал харикатху во Вриндаване. И вот он работал на железной дороге. В Читаранджане, около Бардамана. И вот он был пожилой, но все равно, причем не знаю, он жив или нет, но тогда уже
около 80 было, его лет 5 назад, во Вриндаване жил. И вот его, у него правило такое было, его сын, внук, эти, их жены, эти прочие родственники, они должны повторять харинам сначала, потом только могут воду попить. И вот в их семье такое правило было. Даже внуки и прочие дети. Жены и прочие. Ну, вот, в общем, все родственники после арати они повторяли харинам, и после этого они только могли попить воду или поесть что-то. И я говорил о Манахар-джи. Он хотя был домохозяином, но все равно жил очень достойной жизнью. Если кто-то приходил к нему, ну, приносил какое-то подаяние, кто-то рис, кто-то сахар, кто-то еще что-то, и вот он так, Бхагаван ему через кого-то посылал еду. Мадхавендра Пурипад также ничего не спрашивал, если случайно по желанию Кришны что-то приходило к нему, то он принимал это. Иначе постился Шукадев Госвами тоже. И вот сейчас, я думаю, это ясно вам. Если с нашу жизнь что-то приходит само, то мы должны принять это. И его жена также. Она имела такое терпение. И они жили как Судама Випра, и жена его тоже была как у жена Судама Випра. У нее было достаточно терпения, она не была беспокойна. Не пилила мужа, что сегодня там риса нет, чапати нет, что есть будем. Это из понимания. Она принимала все таким, как есть. Его жена, она была подобна жене Судама Випра. То есть они были подобны друг другу. И вот как Судама Випра был очень умиротворен, и его жена тоже была очень умиротворена. И вот его жена не беспокоилась, не чувствовала никаких беспокойств. Если однажды достаточно чего не приходило еды, потому что они готовили что-то, предлагали Бхагавану, она предлагала Бхагавану, отдавала это мужу, а сама постилась. Поскольку согласно ведической культуре, это строгое правило, что жена сначала должна накормить мужа, организовать все для него. Если ничего не осталось, то поститься. Даже в Гурукуле, не все знают об этом. Даже в Гурукуле. Например, я в Гурукуле нахожусь, и в Гурукуле, если мы изучаем, там изучают Веду, Веданту и прочие шастры, если Гурудев сказал, что идите, что идите, принимайте просад, тогда нужно принимать. Это в Бхагаватам говорится, если Гурудев не позвал вас на просад, то, не нужно есть. Брамачари это не так просто. Сейчас можно видеть, что под именем Брамачари и саньяси просто люди наслаждаются, поскольку если
я могу так с уверенностью сказать, что многие брахмачари и саньяси, если они вернутся домой, то жить там будет гораздо хуже, чем в матхе. То есть столько наслаждений и прочего они получают. В матхе, будучи брахмачарями и саньяси, они столько дома не получают. И так можно видеть, что до такого докатилось саньяса и брахмачари. If I take away the sannyas cloth, who can honor you? You think everybody going to pay dandavat to you, but don't think you have no value. Кто-то думает, что people paying dandavat to my guru, люди, например, not to me. Выражают почтение. People paying dandavat not to me, to my guruji. А то есть если people люди выражают почтение мне или моему положению, моей одежде Бабаджи, то есть моему положению в отреченном укладе жизни, но я должен вести себя должным образом. Я не помню, что они выражают почтение не мне, а моему Гурудеву, который все это дал мне. Я вскоре опубликую вот эти книги на эту тему. Махарадж 4 книги написал. И вот Бхактивинода Тхакура, он сожалеет о той ситуации, которая происходит сейчас, если мы вернемся домой, ну, то есть не мы, а вообще какие-то преданные, будучи, которые занимают положение саньяси и брахмачари, если они вернутся домой, то такого уважения, столько удобств, наслаждения они уже не получат. И так like можно видеть, что часто бывает саньяси очень горды собой и думают, что все должны им кланяться, выражать почтение. И почему люди должны выражать почтение вам? Почему? Какова причина? Если нет идеализма у вас, то почему люди должны выражать почтение мне и вам? So wife also having similar idealism. У жены был подобный идеализм, как Судама Випра. И это правило такое. Можно вспомнить, достаточно давно я говорил о Паддавати, жене Джайдева Госвами. Можно вспомнить, без чувства жены и мужа, до того, как накормить мужа, жена не имеет права выпить воды или что-то съесть, поскольку, согласно ведической культуре, муж, он представитель Нараяна Бхагавана. И поэтому целомудренная жена, она должна заботиться о муже. И Бхагаван тоже дает наставление Гупе, что ваши мужья ждут там, может, вас дети, ваши дети там плачут, никого не... Но Юга-майя, это все Юга-майя, ничто иное. И вот если нет достаточно еды, то в этом случае жена будет поститься и отдаст все, что есть мужу, и будет довольна тем, что муж поел. И вот она постилась. И вот если ей приходилось поститься, она постилась и не беспокоилась ни о чем, что сегодня нет просада, что я голодна, то и все. И титул
Судама Випра, он был украшен различными титулами. И сейчас я буду говорить о титулах жены. И вот Шукадев Госвами, он Пативрата, благочестивая, целомудренная жена. Млайота баданина са, даридрам сидамана вай, бепамана вигамма. Однажды, эта целомудренная жена, Пативрата, она любила своего мужа всем сердцем. Сейчас можно видеть, что люди, ну, можно видеть, что сегодняшние эти женитьбы, то можно видеть, но часто наблюдают совершенно посторонние люди, не имеют никаких отношений друг с другом, просто это, живут как формально. Но в ведической системе, согласно ведической культуре, есть мантра. Я хочу прояснить этот вопрос, и я должен подробно объяснить его, чтобы вы поняли, что такое подлинная сиддханта. И когда вы женитесь на какой-то женщине, это должно быть так, что вы должны встать перед огнем, перед яги, и взять обет. И принять обет, и как в Рамаяне или Махабарате, как, например, в случае Рамы и Ситадеви, они обошли огонь священный и приняли обет, что принимают эту женщину в качестве жены и никогда ее не оставлю. Однажды совершилось, там развода не должно быть. И многие неправильно понимают, поскольку вот женитьба — это связь между двумя душами в разных телах. Но многие... Есть такое мнение, что это супружество как шутки, что можно потом пойти развестись. Marriage is one kind of game to you. You can marry a divorce. You can go. Or better, you can go to court to file one case, and the case can run for 5 years, and you can also lose your mind. Still, idiot, you are not going to understand what is marriage. То есть не все понимают глубокого значения супружества. И даже один английский философ, не индийский, а английский, он написал, что супружество — ничто иное, как дружба между двумя людьми в разных телах, в мужском и женском. И вот это английский философ сказал. Но мы не можем понять. Они английские философы, но и то понимают больше индийских иногда. И виваха, значение вивахи на бенгалийском санскрите. Значение вивахи каково? Виваха. B plus baho
Bahu mean carry. Be mean Be, значит, specially. Особо, I am going to то, что, specially. Особо. Very specially. I am going to take Я responsibility беру ответственность за вот эту женщину, на которой женюсь. Это значение вивахи. Ви плюс ваха. Ваха значит, буду нести ответственность за эту женщину всю жизнь. И поэтому вопрос развода не должен быть. Откуда он приходит? В шастрах нет такого понятия. Если кто-то женится, то на всю оставшуюся жизнь. И поэтому, когда муж умирает, то жена тоже обычно умирает. Люди думают, что неправильно это все. Что если муж умер, зачем жене в огонь входить? Как сати это? Собрец сати. When Panda, Pandu, когда Панда, when Maharaj Pandu, you know, who is the father, he went through Mahabharata, I can slap. Вот в Махабхарате описывается этот случай. When Pandu going to jump, когда Панду die, умер, то when Pandu die, they are going to arrange fire. Организовали погребальный огонь. Fireplace. They are going to put the dead body. Кунти speaking, I am eldest sister. И Кунти сказала, я старшая сестра Мадри. Две жены было не. Нет, я ты должна остаться, заботиться о детях, а я пойду в огонь. И Юдхиштхир Махарадж, Бхим, Арджун, Накул, Сахадев, они были еще малы. И Кунти. Kunti Devi took the responsibility to take care of his boy, whereas на себя ответственность заботиться о всех детях, а это Матри Деви, первая жена его, она вошла в огонь с ним. Может, кому-то кто-то не нравится эта экосистема, ненаучная, кажется, но это научная система. А сейчас из-за отклонения мы не можем понять этого. Если мы находимся в следуем учению Ситы Кунти и Матри Деви, то тогда мы не можем такого сказать. Женитьба — это супружество, виваха, согласно ведической культуре, значит, однажды навсегда. А чтобы жениться потом еще на ком-то, то не совсем правильно. Но согласно шастре мы находим, поскольку согласно мантре есть такое, перед тем, как жениться, мы должны тысячу раз подумать. Не после, а до того. Now at present a love of passion. I can marry after that king. Сейчас, к сожалению, можно наблюдать, что люди обуваемые страсти женятся, бывает даже, что на следующий день уже разводятся. Но перед свадьбой нужно подумать не после, а до. Not after marriage you can divorce, because marriage is nothing but friendship. Поскольку подлинное супружество это оно связывает сердца и является дружбой между двумя душами разных в разных телах. И вот объединение двух душ. И вот я могу произнести эту мантру из Ригведы. From Rigveda, there is one mantra. Jadeva hidayam tavo, tadeva hidayam mama. One mantra from Rigveda. You will have to speak at the time of marriage, according to Vedic culture. Эту мантру, согласно ведической культуре, вы должны произнести во время свадьбы. Wife going to declare. Жена провозглашает. Wife going to declare in front of fire. Отдает обет перед огнем.
я обещаю, что ваше сердце и мое сердце, оно едино, и с сегодняшнего дня мое сердце едино с твоим сердцем. Your heart and my heart all same. That is why in и поэтому на бенгали, на санскрите мы говорим «дхармапатни». В иностранных языках нет такого. «Дхармапатни» значит следовать дхарме. Бхагавад-дхарме. Ты мой друг. Ты мой партнер на пути святого следования Бхагавад-дхарме. You can help me. You are my wife. This is the conception of marriage. Это концепция замужества, свадьба и одна этот обряд вивахи, если произошел, то если муж умирает, то жена буквально становится безжизненной. То есть я не одобряю, что нужно в огонь входить, если муж умер, но муж — это жизнь и душа для жены. И вот единение двух душ — это есть виваха. И вот пати брата патим праху млайота ваданена са даридрам сидамана вои бепамана вигамма абхигамма ча. One day, wife thinking repeatedly. Однажды жена думает. One day, wife thinking with heavy heart. С тяжелым сердцем. One day, wife thinking with heavy heart. Sometime I cannot arrange prasadam. Что я не могу иногда накормить своего мужа. Someday, wife thinking with heavy heart that someday I cannot arrange sufficient prasadam for husband. So it's very painful. Never before today. И вот никогда перед этим днем. Never before today. Wife of Sudama Vipra. Жена Судама Випра. Never approach husband. Никогда не просила что-то у Судама Випра, что-то необычное, никогда до этого дня. Never before today he spoke like that. Today speaking. И вот сегодня она сказала не для себя, не для того, не потому, что она очень голодна, что нужно пойти пожаловаться мужу. Нет, она не шла ради этого. Это не жалоба. Целомудренная женщина никогда не говорила ничего подобного. И вот сегодня, по желанию Йога Майи, today, by the desire of Jogmaya, that wife жена Судама Випры, она подошла к своему мужу, и вот по воле Кришны ничто не пришло в этот день, есть им нечего было, и вот она со сложными ладонями, она, ее тело тряслось от страха, если муж разгневается. И вот она молилась лотосным стопам мужа, чтобы, не дай Бог, он не разгневался. Вот она со страхом подошла к нему. Бепамана абхигаммача. Second, an approaching husband. И вот она так подошла к мужу с одной просьбой. With one proposal. With one proposal. With one proposal. Wife going to approach husband. What is that proposal? И что за просьба? It is unusual proposal. Необычно. Никогда до сегодняшнего дня она не спросила этого. И вот она начала думать о том, о
своих недостатках, что сегодня я не смогла организовать никакой еды, никакого просада для его, своего мужа. И вот она с этой просьбой. Брахманасчо сараннасчо Бхагаван саттатарсава. What speaking? И вот что она говорит. Нону это санскритское слово несомненно значит. Нону брахман бхагавата шакха шакшат срияха пати. Definitely. Несомненно, у тебя есть. Definitely. О, мой муж, ты помни, у тебя есть друг. Он муж Лакшми. Срияха Патихи. Он муж Лакшми Нарайны. Нарайна. Он внутри Кришны Нарайна пребывает и все остальные. Поэтому тут все правильно. Кришна, он аватари, источник всех аватаров. О, мой муж, ты забыл, что у тебя есть друг. Your friend is Lakshmi, он муж Лакшми, который есть богиня богатства. Ты забыл об этом? Нону брахман бхагаватаха шакха шакшат срияха пати брахманасча сараньясча бхагаван саттатаршава. In Shattata, in the destiny of Shattata, и вот в династии Саттаты, Саттата, иногда мы говорим Ядукул, различные названия. Шаттатаршава. И вот в этой династии среди всей Саттаты он главный огонь. Ришабха. Саттата Ришабха. Ришабха значит наилучший, бесподобный, несравненный. И ты, о, мой муж, забыл, что он очень любит, уважает брахманов и вайшнавов. Мой муж, ты забыл об этом. Ты забыл, что он имеет огромную любовь и заботу к Гуру Вайшнавам. Я думаю, ты забыл об этом. Я имею в виду, жена напомнила мужу, что мы можем совершать харибаджан в более лучших условиях, хотя Судама Випара и так было все хорошо, поскольку он вайшнав, доволен тем, что есть, при есть, что есть или ничего есть, это все по воле Бхагавана происходит. Нону брахмано бхагаватаха шакха сакшат срияха патихи брахманасчо сараньясчо бхагаван саттатаршава. I mean, wife going to give indication. И вот жена указала, жена очень разумная была, она дала такой намек, почему бы тебе не встретиться с твоим мужем? В смысле, почему дала мужу такой намек, почему бы тебе не встретиться с Кришной? Не прямо, а потребовала, спросила, почему бы тебе не встретиться с Кришной, который очень любит брахманов и вайшнавов. Если он увидит, что ты такой бедный, как церковная мышь, то он, несомненно, тебе что-то даст. Бхагаван саттатаршава. Нону брахман бхагаватаха шакха шакшат срияха патихи брахманасчо сараньясчо бхагаван саттатаршава.
Завтра продолжу объяснять. Today time cannot permit. I can explain tomorrow this meaning. Very nice. You can go mad. You can go mad and think what we are hearing. Maharaj, but what happens if the wife or the husband do not respect the Lord, don't want to do spiritual? Oh, that's why I told you, no? Before marriage, you will have to think 100,000, so you forget this point. Matching, you can come there. What Krishna speaking? You sit very shortly, within 2 days, I can give answer. Krishna and Sudama discussing with each other, there you can give the answer. What Krishna going to indicate? Да, вот, в общем, Махарадж впоследствии на все вопросы ответит. Махарадж говорит, перед женитьбой, согласно ведической системе, нужно подумать. Не после, а до того. Чтобы не было неподходящих жен или мужей.